Че поешь? Моргенштерна. Понятно. Всем привет, дорогие друзья, я гитарист группы Zilla 3, и это пятая часть, где я играю популярные песни в стиле фингерстайл и смотрю на реакцию людей в чат-рулетке. В этом видео снова разыграю 1000 рублей или бесплатный урок по гитаре от меня. Условия такие. Подписаться, нажать на колокольчик, поставить лайк, написать любой комментарий и досмотреть это видео до конца. Итоги конкурса смотрите в моем инстаграме после того, как это видео соберет 5000 лайков. Смотрим видео. Киша? Привет! Я знаю тебя! Нихуя ты, тип. Ты что делаешь? Чай пью. Все понял, а корона в смысле на лбу тебе нарисовали или ты татуировку ебанул на самом деле? Татуировку. И что по литражу, что это, расход топлива какой? Что ты имеешь, сколько денег что ли или что? Не-не, сколько в день употребляешь, чтобы такую хуйню набить себе на голову? У меня еще вот здесь есть, видишь? Да это все хуйня, нихуя ты на лбу наебашил, блядь. Покажите меня, пожалуйста. Эй, я хочу видео попасть. Ты красавчик, отвечаю. Бля, братан, ты реально красава. Чтобы у тебя дальше были такие же успехи. И дарить людям дальше счастье. Ладно, давай. Давайте, 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 пока. Понял? Нихуя ты, дип. Вот. Бля, красавчик, красавчик. Ну только вот, блядь, с лбом ты, конечно, переборщил, мне кажется. Знакомый трек, блин. Я не могу вспомнить, откуда он. Не могу вспомнить. Круто. Короче, ну, саморазвитием занялся и... Как, развился или что? Или просто татуировку на лбу нарисовал и заебись играешь? Не, вот как нарисовал, сразу начал играть хорошо, да. Короче, ты третий глаз открыл, я понял. Я так поняла, ты фанат Моргенштерна, да? Конечно, да. Почему? Конечно, да. Почему? Да. Почему ты фанат Моргенштерна? Да, как ты угадала? А, с татуировкой на лбу просто. Да, сейчас давайте Моргенштерна сыграю. А потом расскажу про татуировки. Моргенштерн, да ну нахуй. Ну я не представляю твою фантазию, я не знаю. Как можно в жизни так один день проснешься, скажешь, давай я тут
Бля. Это хоть настоящий или приказывает? Настоящая, да. Да, пиздец. Какая татуировка больше всего нравится? Ну, у тебя на шее там что-то написано? На лбу. На лбу корона — это вообще класс. Я тоже мечтаю себе корону набить. Зачем? А? Зачем? Принцессой быть. Ладно, мне надо ее как-то... У меня тоже есть. А, тоже есть? Вот. Сейчас посмотрю, ну, да. Стирается ли. Так 21 век у всех. А ну, у меня стирается или нет? Посмотри внимательней. Блин, нифига себе. Что, теперь ты пойдешь сейчас рисовать ее, да? Нет, я не рисовал, это была переводнушка. А что так быстро? Что? Ты, короче, так фу, красавчик. И это тоже все переводнушки, но я их пока не хочу. Быстро слезла с меня корона. Да ну, это жесткость такую набить. Хотя все верят, 80% здесь в чат-рулетке поверили, что это настоящее. Друзья, короче, я устал снимать ролик с татуировкой на лбу и вообще с татуировками. Решил их убрать, склеить и поснимать, как обычно, просто поиграть песни. Кстати, напишите в комментариях, как вам понравилось вот новый образ. Стоит ли экспериментировать, делать какие-то образы или лучше просто играть, как раньше. Напишите в комментариях. Все, да, давай, вот это угадаешь. Что это за песня? Мотив знакомый, так не знаю. Не помню. Ты вяжешь? Да. Первый раз, кстати, вижу, чтобы мужик вязал. Слушай, ну это же... Что? Ты думаешь, это хуёво или нормально? Ну, это нормально, но просто, не знаю, ну как-то первый раз вижу, вот. Ну, как бы я еще не видел, чтобы мужик вязал. Чат-рулетки. Ну, я тоже не... Нет, я вообще не видел, чтобы... Вообще в жизни не видел, чтобы мужик вязал чат-рулетки. Чат-рулетки тоже не видел, чтобы вообще кто-то вязал. Начнем. Ну, на тебя, наверное, все тогда реагируют необычно, не? Ну, конечно. Ну, и когда я носки показываю еще готовые, они еще больше охуевают. А что, у тебя какие-то необычные? Ну, если хочешь... Ну, обычные просто. Ну, просто немного охуевают. Если хочешь, покажу. Ну, давай. Друзья, хочу порекомендовать вам канал одного крутого гитариста, который также снимает чат-рулетку, как и я, но в отличие от меня, помимо игры фингерстайла, он также круто поет. Вот, послушайте. Глупые снежинки тают на гирляндах, розовые свинки пьяные на санках, мандарины на снегу рассыпал кто-то, вокруг елок скоморохи хороводы.
огоньки. Снеговичок заплакал, устал. Огоньки, вот дурачок, растаял, пропал. Кроме чат-рулетки, он также снимает кавера на различные песни и выкладывает на них табулатуры. Канал называется Азамат Гитарист, ссылку я оставлю в описании. Так что подписывайтесь на канал Азамата, давайте поможем набрать достаточное количество подписчиков, чтобы он смог монетизировать свой канал. Кот испугался. Прочитай. Жена помоет. А ты их продаешь, что ли? Еще подзавис, так ёбсуды. Нет, смотри, вот на этом что написано. Чаще бы... Чуть чаще... Вытрет. Вытрет. Ты их носишь? Нет, это я близкому связал. Вот так-то продаю, но еще никто не купил. Я ему говорю ценник, он все отказываются. Я говорю, что за хуйня такая? А что, дорого стоят, да? Ну, десяточка. 10 000 рублей? Ты что, охуел, что ли, да? Ну, конечно, не 10, блядь, деревянный. Ну, я объясняю, почему такая цена. И они говорят, не, не надо. Почему такая цена? Не надо, не надо, похуй. Ну, во-первых, смотри, 600 рублей потрачено на шерсть, допустим, да? Ну. Полторы недели я вяжу. В день, если посчитать хотя бы по 1000, ну, чтобы в среднем сейчас, блядь, заработать, хотя бы 1000, да, в день, того и выходит 10 000 рублей. Нет, ну да, да, по трудозатратности, ну, как бы, да. Но купят ли? Да, я не могу быстро вязать, потому что вяжешком. Ну да. Мне как-то похуй, слушай, ну не купят, я не парюсь. Как-то не парюсь, знаешь. Они говорят, ну давай скидку хотя бы. Я говорю, да я тебе даже 50 рублей не скину за эти носки. Угу. Ну, ты что меня тут купить решил? Я тебе сказал ценник. Хочешь, бери, хочешь, нет, блядь. Пиздуй дальше. Угу. Разговор короткий. Я как бы, ну, не коммерсант, мне похуй. Если понравилось это видео, то поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео своим друзьям. Ссылки на мои соцсети в описании. В историях Инстаграма я публикую итоги конкурсов, проводимые здесь на Ютубе. В ТикТоке я частенько веду прямые трансляции, почти каждый день. Также не забывайте писать в комментариях, что вам понравилось в этом ролике, что не понравилось, какие образы хотели видеть, какие песни хотели бы услышать. Кстати, в пятницу 22 января я планирую провести стрим на этом канале. Николай Попов. Всем пока!